Сдать ЕГЭ на высший балл – несомненный успех. А достичь такого результата сразу по двум предметам – случай поистине редкий. Выпускнику Щелковской гимназии номер 6 Даниилу Парахнину удалось сдать ЕГЭ по информатике и математике на все 100. Именно с техническими предметами будет связана будущая профессия молодого человека. Для себя Даниил определил и высшее учебное заведение, где будет ее осваивать. Высшая школа экономики. Там будет линейная алгебра, математический анализ, но также и другие вещи, которые меня интересуют, типа структура данных, там, алгоритмы. Это все очень востребовано в нынешнее время. Выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, поздравил глава округа Андрей Булгаков. Он отметил, что школьники приложили много стараний, чтобы достичь таких выдающихся результатов. Для города, для Щелково, для всей нашей территории это большой вклад каждого из вас. В торжественной и в то же время неформальной обстановке выпускники смогли пообщаться с Андреем Булгаковым и задать ему вопросы. А есть ли у вас какой-то девиз в работе или жизненные кредо? Только вперед. У меня всегда такой кредо, лозунг на всех местах, где я работал, и в целом в команде, в которой я формирую. Если бы вы сдавали ЕГЭ, то какой предмет бы выбрали? Историю и географию. У меня два любимых предмета. Я Олимпиаду побеждал. Нельзя не отметить, в этом году подготовка к итоговой аттестации частично пришлась на пандемию коронавируса. Тем не менее, щелковским школьникам удалось показать лучший результат на экзаменах. 21 человек получил заветные 100 баллов. Более 130 ребят окончили школу золотой медалью. Всего же 846 выпускников 11-классников получили свои аттестаты. Итак, экзамены позади. Сегодня ребята стоят на пороге нового жизненного этапа, не менее ответственного. Всем им предстоит поступить в ВУЗ и получить профессию своей мечты. Анна Балиет, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.